С вами Мари, и сегодня у меня в гостях моя лучшая подруга Карина, с которой я сегодня снимаю это видео для вас. Это видео называется «Пранк песни». Суть заключается в том, что я буду диктовать Маше слова какой-либо песни, а она будет их писать своим друзьям ВК и смотреть на их реакцию. Ну что ж, поехали! Мы уже с Машей нашли подходящую песню, которую будем пранковать. Песня называется «Егор Крид, мне нравится». А я уже нашла человека, которому буду пранковать, и уже ему написала: «Дима, мне нужно тебе кое-что сказать». Он пишет: «Что случилось? Не томи». Давай. Давай начнем с куплета «Все мои минусы на твои минусы». Все мои минусы. Минусы. На твой минус. Ой, минус. Он звонит. Я отклоняю, я пишу, как бы я такая грустная и плачущая. Мы его разводим. Да, он прочитал. Дальше давай писать. Как ни крути, по итогу выйдет плюс. Он написал в смысле. Как ни крути, по итогу выйдет плюс. Итогу выйдет плюс. И давай, наверное, потом с фразы начнем. И каждый день с тобой буду в первый раз. Нет. Но это нет, как бы... давай вот это. Ну уже... Все мои слабости на твоей совести. Все мои слабости. Слабости на твоей совести. Твоей совести. Отправь какой-нибудь ему смайлик. Плачущий какой-нибудь, такой грустный. Вот так, вот так. Давай. Мальчик, будь со мной. Нет. Да, мальчик, будь со мной. Господи. Дима. Бедный. Ты до него... Я тебе написала такие вещи. Вот это читер в группу. Сердечки. Сердечки плюс. А напиши какой-нибудь. Дальше диктуй. Да подожди, подожди. Такого слова. Да, красавец мне улыбается. Нет. Мне хватит нравится. Меня пранковать, блин, он понял. Блин. Да. И понял. Ну ничего, ребят, такое бывает. Ну, по крайней мере, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И я ссылочку оставлю в описании на инстаграм Карины и, естественно же, на мой инстаграм. Поэтому спасибо вам за просмотр. Всем пока!